Яркое начало. Это был актер великолепный. Блестящие перспективы. Взлет оказался стремительным. Он работал как ювелир, то есть он задумывался над каждым движением, над каждым дыханием. Удавалось все, что они задумывали. Пока он не доснял фильм, он к врачам не пошел. Аплодисменты зрителей, звонки поклонниц, внимание продюсеров. Все это сопровождало их на творческом пути. Но за внезапный успех пришлось расплатиться жизнью. Это ведь не Талькова хоронят, это ведь Россию закапывают. «Без права на дубль». Премьера сезона. В понедельник на ТВ Рус.